Брюс, дружище, сколько мне мы не видели с тобой? Неделю, две? Прости, что я раньше не позвонил. Мне пришлось затаиться, залечь на глубину, уйти в подполье. Каждый раз, когда я появляюсь, рядом оказываются эти придурки, Уоллер, им нет дела до того, живым они меня схватят или нет. Я ей отдал Харли, девушку моей мечты. В тот раз на мосту, вот и вся благодарность. Уоллер пыталась застрелить меня. Ее волнует только вирус. Она его не получит. В общем, мне надоело прятаться. Я собрал небольшую команду. Пора сдвинуть дело с мертвой точки. Помнишь наш план? Предать их всех правосудию. Истэн 2235. Друзья, добро пожаловать. Это у нас Batman Telltale Series. Это эпизод 5, заключительный во втором сезоне. Я хочу, чтобы ты это увидел. Сегодня я заставлю Уоллера агентству пожалеть о том, что они перешли нам дорогу. Нам предстоит битва, Бэтмен. Да, чувствую, это будет жестко. Так, ну что ж, погнали. Усаживайтесь поудобней. Он пытается их спровоцировать. Я должен это прекратить. Будьте осторожны, поскольку вы помогали Джону, Уоллер вас объявит в розыск, Бэтмен. Просто не высовывайся. Так, машинка агентства. Агент, давай сюда, наверное. Усаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать в будущем новые интересные серии. Они выходят каждый день, между прочим. Так, погнали аккуратненько. Погнали осторожно. Бэтмен палиться у нас абсолютно не должен. Если я сейчас двинусь с места, он меня увидит. Смотреть агента. Эти шоковые пушки сильно бьют. Лучше не попадаться ему в поле зрения. Отлично. Он даже ни хрена не понял, что произошло. Так, погнали осторожненько. О, красавец. Немножко штаны тебя обтягивают, но это не страшно, да? Нас не слышно. Наш костюм не издает никакого шума абсолютно. Абсолютно. Мимо него не проберешься незаметно. Мне нужно его отвлечь. Так, чем тебя отвлечь? Фонарный столб, припаркованный автомобиль. Бэт Саннер запустит автомобильную сигнализацию. Охранник должен будет сдвинуться с места. Сигнализация согреет и других, наверное, а фонарный столб? Я могу вырубить свет Бэт Саннером. Это привлечет его внимание. Давай сигналку, наверное, попробуем. Какого дьявола? Чирик, пизды куку, и мы уже тут. Если не заговорите, для вас все закончится. Мы его не сдадим. Для него важен Готэм. Вы все заплатите. То, что вы с вашим агентством здесь делаете, это неправильно. Говори, где Джон Доу, мать твоя. Я не крыса. Жаль, у крыс есть инстинкты самосохранения, дубина тестостеронная. Убейте его. А вот это плохо. Бета-ранг. Поехали. Поехали. Ах ты ж твою ж ты мать, а. Ну, здравствуйте, ублюдки. Бэтмен. Эти агенты сумасшедшие, Бэтмен. Они убьют нас. Достаточно, агент. Уоллер предупреждала, что ты будешь нам мешать. Будешь защищать Джона Доу. Но я думаю, этого не может быть. Доу чудовище. А эти клоуны? Он помог поймать Харли. Джон помог агентству арестовать Харли Квинн. Затем сбежал со смертельно опасным мегавирусом, потому что твоя начальница пыталась застрелить его. Помогаешь им, помогаешь ему. Если ты помогаешь Джону Доу, ты тоже враг. Ах вы твою мать! Вы что, охренели, что ли, ублюдки? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Еще раз. Твою мать. Плохенькое дело. Что за черт? Да ладно. Добро пожаловать, это же Джокер. Босс!
Простите, что опоздал. Эпизод 5. Чуть не пропустил свой собственный дебют. Кто смеется последним? Джон? Не, лучше, чем Джон. Давай, партнер. Пришло время для правосудия. О, боже мой. Он открылся. Неплохо. Так можно спину сломать. Нам разрешено стрелять на поражение. О, как неудачно. Для этих ребят. О, боже. Что-то как-то слишком резко выборы у нас пошли. Мы же как бы типа Бэтмен, мы же за правосудие, все дела. Но Джон наш друг, с одной стороны, и здесь Telltale представили Джокера немножко в другую вариации. Вот тебе, подонок, из агентства! Свиньи! Вилли, Фрэнк, Лорен, спасибо, что продержались. И кто же охотится за кем? Ты и я, Бэтмен, боремся с преступностью вместе! У нас отличная команда, мужик! Спасибо за помощь. Вместе мы сила. Нет. То, как ты поступил с этими агентами, их можно было оставить и без такой жестокости. Я делал то же самое, что и ты. Ты вообще-то только и делаешь, что причиняешь людям боль. Джон. Джокер. А не Джон. Что? Я больше не Джон Доу. Теперь я Джокер. Это мое героическое прозвище. Ну, знаешь как, Бэтмен. Я попробовал другие варианты. Бёрдмен, Ястребмен, Летучая крыса, Хатунчик. Джокер, да? Почему ты решил выбрать именно это? Разве не очевидно? Вообще-то нет. Потому что я очень смешной. Ага. Мы сегодня славно потрудились, Бэтмен. Уоллер все еще не заполучила вирус. Мы не дали агентству убить моих друзей. Я попробовал несколько новых приемчиков. Минуточку. Этот Харрисон, он же только что был здесь. Брось его, бросай сейчас же. Какого хрена мы тут? Что, блядь, происходит? Воу. Спасибо. Твою мать. Ёбушки-воробушки, это кто еще такой? Что, Бэйн, что ли? Похож. Да это Бэйн, походу. Бэйн. Ты работаешь с ними? Директор Уоллер обещала тебе месть. Вот твой шанс. Твою мать! Ах ты обезумевший кусок дерьма! Господи! Уходите отсюда! Мы тебя не бросим! Мы с Бэтменом разберемся! Помни, Бэтмен нужен директору живым! Мне плевать, чего она хочет! Делай, как тебе сказано! Твою мать! Ни хрена! Просто глыба для... машина для убийства! Ага, боже, боже, ничтожество. Неплохо, но в бошнику мы не успели нажать, по-моему. Так. Ах, господи Иисусе. Да, Бэйн силен. Под веномом или как там, что он там себе колет, он реально сильный, чувак. Ну, сила есть, ума не надо, знаешь, как говорят. Ах ты ж твою ж налево-то. Ну, еще раз, и еще разок. Ему посрать, походу. Как будто просто волоскаешь по голове. Слишком слабый, сука. Хрена себе. У Джокера прикольные штукенцы. Действие яда уже должно было закончиться. Уоллер усовершенствовала состав.
Оу! Оу! Спокойно, 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 пацаны. Прыгнуть. Давай, опа! Хорош. Как в рестлинге, мать его, Джон Сина. Ему же будет больно, верно? Я с радостью оторву твою голову, блядскую. Хватит монологов. Закончи дело. Жалкий человечишка. Отзови своего монстра. Отпусти его. Так, спасти Вилли, спасти Харрисона. Давай Вилли попробуем. Ух ты, ёпта! И хрена! Себе, твою мать. Да Вилли жалко. Каков план? Твою мать, тут сразу с пылу жару экшона столько дали. Что мы будем делать? Если ты его остановишь хотя бы на секунду, сбить его машину и обрушить трубу. Давай трубу попробуем. Я заманю Бэйна под трубу, а ты собьешь его. Не дай себя убить, пока я не буду готов. Теперь все будет по-моему. Так, плохо дело. Плохенько. Все, нажал же вроде. Давай, опа. Давай, Джокер. Эй, Бэйн, как тебе такой карьерный рост из лучадоров пятно на асфальте? Берегись! Ёпты, его пополам просто поломало. Охренеть. Похоже, ему было больно. Ну, все равно он жив. Нет, 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 нет. Как он еще живой-то, ёпта? Я отомщу. Ты заплатишь за то, что убил моего друга. Что ты? Загадочник. Олли рассказала мне про тебя. Ты дождался, пока Бэтмен победит его, а затем напал как трус. Нет, я этого не делал. Бэтмен, я этого не делал. Ты готов сотрудничать с таким человеком, с трусливым убийцей? Я же сказал, я не убивал его. Олли ржет. Я не убивал загадочника. Зацепить Джокера, оглушить Джокера. Твою мать, а! Вот это экшен, вот это жесть какая. Что это было? Я не могу поверить себе. Зачем ты меня остановил? Ты что, забыл, кто он такой? Он перестал, герой не убивает. Он чуть не убил тебя в очередной раз. Ты потерял контроль над собой. Если хочешь быть героем, тебе нельзя быть таким импульсивным. Он обвинил меня в том, что я убил загадочника. Что я должен был делать? Просто стоять и слушать вранье, которое распространяет Уоллер? Почему Уоллер думает, что ты его убил? Я не знаю. Я не знаю. Может, она сама его убила? А теперь пытается свалить вину на меня. Но я не убивал его, ты же знаешь. Бэтмен, ты ранен. Стоять! Вы оба под арестом. Нужно выбираться отсюда. Альфред. Брюс, с вами все в порядке. Мне нужна медпомощь. Я здесь не один. Я приеду. Отправляй координаты. Охренеть! Я тебе скажу, это просто... Просто какая-то жесть, а не игра. Бэтмен, The Tale Told Series. Enemy Within. Враг внутри. Второй эпизод, пятый эпизод, второй сезон. Вот так будет правильно. О, божечки мои, это будет реально интересно. Парксайд, 23-22. Полегче. Я правильно догадываюсь, кто это? Ты должна быть Джон. Теперь он называет себя Джокером. Ты знаешь, кто я? Да, Брюс упоминал о тебе. Серьезно? Что ты рассказал ему обо мне? Надеюсь, только хорошее.
Альфред знает, что мы работаем над этим делом вместе. Точно, Бэтмен. Два профессиональных борца с преступностью. При исполнении. Ух ты, тот самый Альфред. Я годами собирал фотографии Брюса из газет, и ты на заднем фоне на каждый третий. Вы ранены, дайте мне взглянуть. Чет, хреново. Давайте это вытащим. Так, Shift плюс Q. Там яд какой-то, по-моему, или еще какая-то херня. Я зашью рану. Можешь? Я приготовлю компресс. Твою мать. Придется себя зашивать самостоятельно. Дезинфицирующее средство и смешиватель. Щипцы. Давай сначала продезинфицируем. А, пока вне осколок, нельзя этого делать. Что ж, думаю, будет весело. Твою мать. Клементина себя зашивала, я помню эту адскую пиздосину. Это было жестко. Так, понимай. Даже не скривился, как Рэмбо в лучшие времена. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту. Не хватает музыки просто. Глаза тигра. Черт! А, глаз тигра был в Рокки, извиняюсь. За мою некомпетентность. А, рану на руке изучить. Что там у нас? Надо ее зашить. А, это должно быть достаточно. О, господи. Да, вот тебе и степлер пригодился. Давай. Или ты хотел иголкой сидеть зашивать? Я там что-то нитки особо не видел. Последнее время у нас чересчур много подобной практики. Это часть привилегий Уэйнов, да? Когда о тебе заботится кто-то вроде Альфреда. Ты что-то вроде его воспитанника. Но Альфред всегда был со мной рядом. После гибели моих родителей он стал человеком, на которого я мог положиться в первую очередь. Конечно, Ал. Вы такие славные. Альфред, я тоже немножко пострадал в этой схватке. Как думаешь? О, это даже не назовешь. Пожалуйста. Черт возьми, щиплет! Очень участливо и заботливо щиплет, разумеется. Это Уоллер. Бэтмен. Мы знаем, что ты сделала, Уоллер, ты пожалеешь. Прости. Так, ты с нашим общим другом. Хорошо, так даже удобнее. Мне нужен Джон Доу. Джокер, прости меня. Джон Доу и вирус через 2 часа. Или я открою публике твою личность. Я не хочу тебя подставлять, Брюс, но я это сделаю. Не дави на меня. Именно из-за тебя мы оказались в таком положении. Вирус, твой Джокер, в департаменте полиции Готэма через 2 часа. Она убьет меня, убьет или превратит своего раба, как Бэйна. И посмотри, что с ним стало. Я не хочу, чтобы меня зарезал какой-нибудь маньяк. Уоллер не оставит тебя в покое, пока не получит вирус. Но мы не можем отдать его ей. Нужно его уничтожить. Правда? Зачем? Без него в Готэме будет безопасней. Я просто хочу узнать причину. Ты хотел быть героем? Герои поступают именно так. Так мы и защищаем людей. Когда вирус исчезнет, Уоллер перестанет считать тебя такой же угрозой. Но мне не нравится, как это звучит. Она все врет, навешивает на меня убийство. Она должна заплатить за то, что сделала. Я мог бы подлить самую чуточку вируса в шампунь, Уоллер, или в духи. Формально я отдам ей вирус. Без него разрешения ни в коем случае. Герои не решают свои проблемы убийствами. Но это же такой же эффективный способ! Не знаю. Доктор Леланд говорила, что у меня с трудом получается отпускать старое. Я в курсе этой проблемы.
Так что я должен сделать? Забыть про свои обиды? Из-за чего же я тогда буду накручивать себя по ночам? Бросить свои обиды себе на пользу. Ты можешь использовать эту боль, чтобы мотивировать себя. Я поступил именно так. Это было к лучшему для Готэма. Боль — это мотиватор. Мне нравится. Не уверен, что Брюс именно это подразумевал. О, я знаю, что он подразумевал. Ладно. Если ты говоришь, что так будет правильно... Я тебе доверяю. Ау, я здесь. И все? Да, все. Он полностью нейтрализован. Джокер, нам с Брюсом нужно поговорить. Ну ладно. Я пойду проверю периметр. Я немного удивлен, что ты потакаешь его темным импульсом. Он, очевидно, ищет свое место в мире прямо сейчас. Он считает, что он рядом с вами. Вы могли бы подавать ему более ответственный пример? На побережье чисто. Уоллер есть чем на меня надавить. Нам нужен встречный рычаг и влияние. Может, нам помочь кто-нибудь изнутри агентства? Кто-то, потерявший веру в крестовый поход в Уоллер. У вас есть там свой человек? По-моему, было, насколько я помню. Девчонка же была вроде, нет? А, использовать для прокручивания списка контактов, чтобы выбрать. Агента Блейка мы спасли. Агент Харрисон... Вряд ли, Гордон, это не то... А вы Авеста? Вот Авесте можно звякнуть. Харли Куин, кошка. Давай Авесте попробуем. Агент Имана Веста. Она поменяла мнение об Уоллер после рейда на Санктус. Если она хочет побороться, то можешь дать ей шанс. Она наша главная надежда. Бэтмен. Уоллер пригрозила раскрыть мою личность, если я не сдам ей Джокера и вирус. Мне нужна какая-нибудь информация о ней, что-нибудь для переговоров. Ты пришел к нужному человеку. К какому сроку тебе нужно все это? Я встречаюсь с ней в полицейском департаменте через 2 часа. Тогда на крыше через час. У меня есть небольшой подарок для тебя. Мы поедем на Бэтмобиле? Мы поедем на Бэтмобиле? Это же охренительно. Это Джокер здесь реально крутой. Ну, крутой, он всегда был крутым. Здесь его просто еще круче обыграли. Мне тогда же больше, ну не больше нравится. Ну, здесь по-своему круто, вот понимаешь? Вот как бы так. А то фанаты Джокера сейчас негодовать будут. Это будет так великолепно. Мы с тобой сокрушим Уоллер. Джокер и Бэтмен, герои Готэма. Мы здесь не ради драки. Тебе нужно исчезнуть отсюда. Уоллер всего на несколько этажей ниже. Хорошо. Я поведу себя достойно и где-нибудь спрячусь. Так что, если вдруг запахнет жареным, я смогу устроить им сюрприз из тени. Так, ну что, погнали. Я не знаю. Мне просто нужно где-то остановиться на некоторое время. Просто... Извини, мне нужно идти. Я перезвоню, хорошо? Бэтмен, рада, что вы пришли. Уоллер действительно это сделает. Если вы не выдадите ей Джокера, она на вас раструбит, она на всех углах раструбит о вашей внешности и кто вы такой. Я знаю, вы сказали, что была договоренность, но не могу избавиться от чувства вины. После той стычки с Харли на мосту, а теперь еще и это... Простите, что я выдала Уоллер ваш секрет. Позвольте мне загладить свою вину. Я накопала кое-что на Уоллер, кое-что серьезное. Я скомпоновала документ, доказывающий, насколько она заморала руки. Санктус, эксперименты, загадочник. Все это сложно поверить, но еще хуже, чем я думала.
Когда агентство приступило к распуску Санктума, Уоллер отвечала за ее чистку. Согласно публичным отчетам, она именно это и сделала. Но на самом деле все было иначе. Да, она сохранила образцы и данные, она просто не могла лишить всего этого, учитывая ее потенциал. Потом за дело взялись кто-то из Санктума. Я увидел достаточно. Если это будет в ваших руках, Уоллер не сможет оказывать на вас давление. Спасибо, Иман. Файлы кодекса Уоллер обновлены. Полагаю, что теперь все кончено. Это лишь вопрос времени, когда Уоллер поймет, что я сделала. Она не захочет давать этому огласку, поэтому вряд ли обратится в службу собственной безопасности. Это не помешает ей оборвать мою карьеру. Или превратить мою жизнь в кошмар. Вы можете работать со мной. Боже, я еще помню, как умоляла Уоллер назначить меня в Готэме. Вы можете работать со мной. Будете для нас ценным приобретением. Уэйн Энтерпрайзес? Или мне придется влезть в бронекостюм? Я бы выбрал Уэйн Энтерпрайзес. Там соцпакет получше. Я ведь могу поймать вас на слове. Спасибо. Что ж, теперь вам осталось разобраться с Уоллер. Надеюсь, что при следующей встрече мы будем обсуждать мою зарплату. Если бы мы ее не спасли пару эпизодов назад, ее бы не было. Ой, блядский ты рот! Как плохо-то. Простите, что прерываю вас. Ой, плохо. Вы не только помогаете и содействуете преступнику в розыске. Вы испортили одного из самых верных моих агентов. Ту, кому я доверяла, ту, кого я взяла под свое крыло. Вы не заслуживаете верности, Уоллер. От Иман или кого-то другого. Мне нужно, чтобы я могла полагаться на тех, кто на меня работает. Иначе вся крепость начнет рушиться. Вы перешли черту, Бэтмен. Вы помогли тому маньяку сбежать с вирусом. Вирус уничтожен. Я видел это своими глазами. Уничтожен? Хорошо. Так что я не вижу Джона Доу, перевязанного бантиком. Вы пришли занять его место? Ведь это не то, о чем я просила. Пришел покончить с этим. Все кончено, Уоллер. Я знаю, что вы сделали. А я-то думала, что вы здесь, чтобы заключить мир. Твою мать. Теперь они все работают на меня. Отряд особого назначения для особых проблем. О боже. Даже ваша давняя подруга женщина-кошка. Ни на что не соглашайся, Бэтмен. Я разве разрешала тебе говорить, сука? Над вами взяли верх. Пора прекратить дурачиться и встать в строй. С остальными членами команды. Ты невыносим. Запугивание не сработает, Воля, освободи женщину, сидя. Они меня не запугают, вы тоже. Ну тогда давай, Бэтс. Посмотрим, что ты можешь. А вы уверены в себе, Бэтмен? Ну как же иначе, учитывая, какую кашу вы заварили? Это неправильно, Уоллер. Нельзя использовать преступников, чтобы они делали за вас грязную работу. Почему должны погибать хорошие люди, сражаясь с такими, как они, или с такими, как вы, Джон Доу? Вы отправили моих людей в больницу, защищая маньяка, который убил по меньшей мере троих моих агентов. Маньяка, который пырнул меня в живот. Мы встали не на ту сторону. Вы должны это понять. Я просто делал свою работу, все не так просто. Обойдусь без ваших нравоучений, Уоллер. Я знаю, насколько вы на самом деле порочны. Что вы имеете в виду? Что она вам сказала? Не существует такого, с чем я не могу справиться. Что бы вы ни накопали, по-вашему, она отскочит от меня, как капля от дождя. Знаете, Бэтмен, почему меня прозвали стеной? Твою мать. Вы же понимаете, что если ваше начальство увидит это, вашей карьере конец. Ваши отношения с Уоллер изменились. Откуда это у вас? Я хочу, чтобы вы и агентство убрались из Готэма сегодня же. Хорошо. Вирус уничтожен, так что моя работа здесь закончена. Я прикажу своим людям, это еще не все. Не увлекайтесь, Бэтмен. Я все же знаю вашу личность. У нас пад, а не ваша беда. Бросьте за решетку Бэйна и Харли, не причиняйте вреда Вести.
Не предпринимайте ничего против Авесты. Юридически или как-либо иначе. Она поставила под угрозу нашу миссию. Я не могу оставить ее это без наказания. Вот что я вам скажу. Я дам Авесте иммунитет от судебного преследования. И даю вам слово, что не буду преследовать ее лично. При одном условии. Передайте мне Доу. Вы же знаете, что его лучше запереть. Лучше для него самого и для всех остальных. Просто уходите, договорились. Ладно. Договорились. Я задержу его. Серьезно? Ты правда собираешься вот так вот продать меня ей? Это неприемлемо, ни за что. Какого черта? Это Джон Доу. О, Пудинг, выходи. Где бы ты ни был. Прямо перед тобой стоит худший злодей в Готэме. Ты сдаешь меня и позволишь ей порхнуть из города. Не усложни ситуацию, так будет безопаснее для всех. Так будет безопасней для всех. Безопасней? Это как раз я делаю тут все безопасней. А ты заключаешь сделки с преступником худшего пошиба. Думаете, что вы какая-то сила, творящая правосудие, Джокер? Вы сами хоть понимаете, насколько это смешно? Смешно то, что кто-то верит в вашу ложь. Вы обвиняете меня в своих преступлениях, ведь мы оба знаем, что это вы убили загадочника. Вы это серьезно? Думаете, что хотите? Вы никогда не будете героем. Да как вы смеете? Вы хуже, чем я. Это значит, что я герой. И вот что герои делают со злодеями. Что ты делаешь? Я делаю то, на что ты, очевидно, не способен. Проливая свет на самую мрачную часть Готэма. Тихо. Хрена? Неплохо. Убейте его. С удовольствием. Еще рано. Твою мать. Так давай. Тихо. Спокойно. Блин, мы же уже с тобой дела имели, как бы. Ни хрена. Себешки, я тебе скажу. Харли, какого хрена? Ах, ты ж грёбаная сучка. Агентство немножко меня прокачало. Как тебе? Неплохо, да. Неплохо. Так, спокойно. Вы же прекрасно все понимаете, мои дорогие друзья, что Джокера нельзя оставлять здесь. Он психопат. У него, скорее всего, раздвоение личности. Он не может быть хорошим героем здесь. Он может сбыть... Какие-то поступки делает, вроде бы, по-нашему, хорошие. Но на самом деле, удар головой, удар коленом. Бабах, башкой ее. Печалька. О, боже. Я собираюсь приготовить вас к тому, чего вы заслуживаете. Хреновенько. Джокер, стой! Ты со своими дурацкими принципами! О, да, Бейну лишь бы что-то сломать, бля. Так. Бэтмен, ошейник! А, господи. Такс. Вот это хорошая штука. Херачи, дай боже! Отличная штука, чтобы не есть после шести. Может, было бы. Сразу все худые были. Женщина-кошка, задержи Бэтмена. Остальные займитесь Джоном Доу. Извини, но думаю, что ты с этим справишься. Ну, задержать вряд ли получится нас, да? Ну, было бы странно, конечно. У нее тоже ошейник. У них у всех ошейники. Ах, ты ж Селина. А? Какого? Эпичненько. Какой хлыстик-то у нее, а? Прости, это чертов ошейник. Это смертельный переключатель. Одно неверное движение, Уоллер спустит курок. Не могу рисковать.
будто тебе не нужно оправдание. Я не позволю ей вот так тобой управлять. Я признательна за твою заботу, но у меня нет выбора. Я постараюсь не слишком усердствовать. Опрокинуть женщину, разрезать хлыст. Давай, опрокидывай. Назад, леди-кошка! Что это было? Ах, ты ж твою мать. Довольно, Бэтмен. Вы загнаны в угол. Отдайте мне Джокера, или я уложу вас обоих. Последний шанс. То мы отдаем его, то не думайте, что загнали нас в угол. Нет, нет, нет. Это бомба. Прочь с дороги, живо. Бэтмен, что ты делаешь? Ах ты ж твою мать. Давай, бросай! Одна есть точно, а вторая? Бэтмен, нет! Ух ты ж твою мать! Это было больно. Это было больно. Защитник. Ты знаешь, вообще, в принципе, я за то, чтобы Джокера изолировать. Но и Ольдер мне как бы не нравится. Тут очень много выборов с хитросплетений таких, которые не сразу можно быстро обдуманно дать решение. Кошку спасти надо в любом случае. Постараться, по-моему. Блять, мы на штырь упали, ёб твою мать! Хо-хо-хо! Мы упали, по-моему, на арматуру. Вроде бы как. Мне или показалось, или реально. Ни хрена себе там бабахнуло. Соберите вещи. Какие вещи? Ничего не видно же. Какие вещи я должен забрать? О, боже. Твою мать. Бэткостюм, конечно, хороший, от пуль защищает, от разного рода херни, но от арматуры упавшей. Это вряд ли поможет. Если ее вынуть, будет кровотечение, и можно умереть просто нахрен. Брюс это прекрасно понимает. Пиздос какой, а. Самый сильный эпизод, наверное, будет. Потому что тут столько боли происходит. Боже мой. На счет три. Раз, два, три. Боже, смотри, даже больно. О, господи. Блядский рот. Я представляю, это как это больно. Еще раз. Shift плюс Е, давай. Не внимается ни хрена. Это фиаско, Бэтмен. Давай попробуем так. Ёбка! Я тебе говорю, это больно смотреть. Как нам остановить кровь? Бэткостюм запечатает рану. Вот и суть Бэткостюма. Вправить координаты. Время прибытия 2 минуты. Бэтмобиль отвезет меня домой. Правильно. Уезжай из города, поехали со мной. Я люблю тебя. Селина это запомнит. Держись, Брюс. Бэтмен? Бэтмен! Если он отрубится, он килограмм 120 не меньше весит, поэтому она вряд ли его отнесет сама. Там же груда мышц такая, мясо. О, господи. Ну мы вроде бы в лаборатории, смотри, в Бэт-пещере нашей. Так что кажется ж более-менее нормально все. Очень много, реально, просто поймите сами, или поиграйте. Тут слишком много резких решений надо принимать. Заходит один врач и говорит: «Доктор, у меня что-то с руками. Они все время трясутся, я так больше не могу». А врач спрашивает: «Вы, наверное, много пьете?» А тот господин отвечает: «Да нет, не очень». «О нет, и ты тоже». Видимо, Джокер на всех произвел впечатление. «О нет, эта шутка была в моем репертуаре задолго до Джокера. Можно сказать, я как бы предвидел».
Как вы бы мне чуть выше, чем по колено, я рассказывал ее вам. Вы смеялись. Вы считали, что я очень веселый. Я давно не видел, чтобы вы так смеялись. Я счел, что мне следует несколько изменить свою манеру обращения с больными. Увешивать вас — затея безрассудительная. Хрена себе нас покоцала твою мать, а? Постарайтесь не шевелиться, пока боль утоляющая не подействует. Вашей ноге еще нужно зажить, равно как и третьему, восьмому и десятому ребру. Как я сюда попал? Мисс Кайл, ей удалось засунуть вас в Бэтмобиль. Машина прибыла сюда, и дальше вами занимался я. Я думаю, приятно вспомнить, что у вас есть друзья, на которых можно положиться. Но есть и такие друзья, кто поступает подобным образом. Он мог убить вас. Возможно, его уже не спасти. После всего, что он натворил, он мне не друг. Хватит уже. Боюсь, что с ним стало только хуже. Компьютер, показать сводку новостей. Фильтр по слову «Джокер». Готэм все еще не отправился после того, как некий Джокер устроил налет на департамент полиции. Подтвержденных данных о том, что жива ли директор агентства Аманда Уоллер, не поступало. Погоня привела полицию на тротуар, где в поисках укрытия метались перепуганные люди. В течение нескольких часов после нападения полицейские нам известно об 11 серьезных раненых. Произошедшее ставило много вопросов. Кто такой этот Джокер? Откуда он взялся? И зачем закончится этот разнудительный террор? Боюсь, что Джону не пошел впрок ваш совет использовать свои обиды в качестве позитивной мотивации. Сообщается о 8 погибших. Или, возможно, пошел, но слишком хорошо. Вы приняли участие в том, что он стал таким. Прошу прощения. Джон Джокер с самого начала слушал вас с открытым ртом. Из кожи лез, лишь бы угодить вам. Он был всецело под вашим влиянием, в том числе под влиянием ваших самых темных сторон. И вот к чему это привело. Ты прав. Может быть, я просто не захотел увидеть... Я понимаю, Брюс. Простите, я не должен был все это время говорить вам в вашем-то состоянии. У меня было слишком много времени для размышлений, пока вы приходили в себя. Так. А теперь осторожней. Вставай, Бэтмен. Пора представить вам вашу новую... Прости, кого, напарницу? Ваш выход, моя дорогая, разве вы не... Я не готова. Тиффани? Да. Моя напарница. Сперва я колебался, но, Брюс, я не сумел ее от этого отговорить. У нее ваш боевой задор. То, благодаря чему вы стали Бэтменом. Но это трудно не сказать «нет». Давайте попробуем. Ладно, тут я тебе доверяю. Если ты считаешь, что из этого что-нибудь может выйти, я готов попробовать. Я никоим образом не могу быть уверен, но я не был уверен и насчет Бэтмена. У меня есть некоторые сомнения, но вам нужна помощь, причем прямо сейчас я вам обеспечу ее. Такс. Вы должны остановить его, Брюс. Я знаю, что вы это сделаете, но... Каковы бы ни были ваши чувства по отношению к Джону, не дайте ему использовать ничего. Не дайте ему затуманить ясность ваших суждений. Ты не знаешь Джона так, как знаю его я. Он все еще считает меня своим лучшим другом и не предаст эту дружбу. Он убийца, Брюс. Маньяк, похитивший главу лучшего в мире разведывательного ведомства. Вы не можете слепо полагаться на то, что когда-то знали его. Пока вы были без сознания, я следил за тем, как идут поиски Джокера и его сообщников. Д-
Так, обыщите локации, чтобы найти подсказку о том, где сейчас находится Джокер. Джокер, так, так лечебница. Джон часто говорил, что скучает по Архиму. Может быть, он прячется там? Я думал об этом. Увы, поиски в подвалах и катакомбах лечебницы с помощью нашей сети дронов не увенчались успехом. Так, логово в метро. Агентство обследовало бывший притон Союза в метро. Ничего не нашли, а все, что оставалось, уничтожили. Понятненько, идем дальше. Полная колода. В свою очередь, полиция обыскала еще одно любимое прибежище Джона — полную колоду. Проведенный там опрос также не выявил полезных фактов, помимо того, что Джон и ряд лиц, которых он привлек на свою сторону, вот уже больше недели, как не появлялись в этом заведении. Сообщники Джокера. Я узнаю двоих. Слева Вилли Дивер, а это Фрэнк Дамфри. Вилли, это тот, кого Бэйн... Да, Бэйн, к сожалению, увольнул его. Комната смеха, может быть. После того, как были найдены тела агентов, Уоллер остановила наблюдение. Ее люди следят за ней круглые сутки. Джон затаился, причем не в ком-либо из известных нам укрытий. Я готова. Твою мать. Право слово. Вы выглядите весьма соответствующе. Подождите, вы еще увидите, что я смогу. Господи, Брюс, как ты себя чувствуешь? Не волнуйся, все лучше, чем выглядит. Да, увы, в конце концов привыкаешь видеть его в таком положении. С тобой все время так происходит. Постоянно не беспокойся обо мне. Только по неудачным дням. Не все время. А только по неудачным дням. Слишком много неудачных дней, да? Можно было шуткануть. Вероятность, конечно, невелика, но... Водонапорная башня, где Джокер тогда устроил засаду на людей из агентства. Она до сих пор оцеплена как место преступления. Если нам повезет, там может быть то, что поможет его выследить. Я иду с тобой. Химические уловители, сенсоры высокой чувствительности, защищенные узлы раннего предупреждения, все напрямую синхронизируется тут. Есть возможность сканировать и катализировать все, что угодно. Возможно, даже быстрее, чем бэткомпьютер. Взять Тиффани с собой и сказать ей помогать вам издалека. Лучше издалека, наверное. Прости меня, Тиффани, но... Это попросту слишком опасно. Но это реально опасное дерьмо. Ты будешь работать дистанционно. Вы сможете выносить свой вклад отсюда. Для связи можно использовать ваш дрон. Конечно. Ну, опасно ее подвергать просто такому. За работу. Ее могут убить, она же неопытная. Опыта же нет, как у Бэтмена, правильно? Поэтому потерять еще и Тиффани здесь было бы совсем, наверное, неправильно. Это вам понадобится. Жвачку не брось. А, это от боли. Если я смогу делать хоть половину того, что делал мой отец, то буду собой гордиться. Хорошо, пошли. Бэтмобиль, наверное, каждый ребенок, когда хоть раз Бэтмен смотрел, мечтал о такой тачке. Это же супер крутая машина. Даже в GTA 5, я помню, можно было в онлайн ее купить, ее добавляли, ну, похожую машинку внешне. East End 2235. А вот и дрон. У меня все готово. Бэтмен? Я тебя не ждала здесь. Не уверена, что мы сможем представить вам много информации. Сейчас, когда Уоллер похитили, а меня сняли с должности, никто не знает, под чью юрисдикцию попадет полицейский департамент Готэма. Так что давайте прямо сейчас предположим, что оно ваше, хорошо? Мои люди помогут, чем смогут. Рад вас здесь видеть, Джим. Я слышал. Технически меня здесь нет. По крайней мере, официально. Работайте по ту сторону закона. Нужен будет совет, обращайтесь.
Так что будем делать? Когда Союз распался, Джокеру пришлось найти другое укрытие. Может, здесь найдутся подсказки о том, где же он и куда он забрал Воллер. Так, ладно, придется немножко подетективничать. Машина. Эксперты проверили ее по системе. Оказалось, что ее угнали неподалеку от полной колоды пару недель назад. Выглядит знакомо. Над ней с тех пор произвели кое-какие манипуляции. Скажи мне, что нужно проскодировать. Так, давай начнем с номеров, пожалуй. Особые номера. Вряд ли он из автотранспортного управления. Так, сканировать. Узнайте что-нибудь об этой краске. Занятно. Не похоже, что это сделано на скорую руку. Конечно же, нет. Дрон видит отметку автомастерской под верхним слоем. Так, это уже интересно. Доступ к химическим веществам. Использован растворитель, который не соответствует стандартам, принятым с... Я пройдусь по списку местных производителей. Поищу, кто недавно получал штраф за нарушение требований безопасности. При таком количестве данных нам нужно что-то, чтобы сузить поиск, например, имя. Так, едем дальше. Переднее сиденье. Эту машину завели без ключа. Грубая работа. Он похож на человека, которому уже доводилось гнать тачки. Все не так плохо. Как скажешь. Кто-то хотел пить. Как думаешь, проанализировать ДНК? Нет, мы уже знаем, кто владелец. Мне это недостаточно, если честно. Мы с тобой прочесывали место преступления. Я все испортил, да? В те дни, когда мы тебя ловили, не зная, что ты на самом деле хороший парень, мы с тобой пришли к соглашению. Мы работали вместе для защиты Готэма. Я совсем потерял голову в тот день. Я хочу, чтобы ты знал. Мне жаль. Я сорвался, как и говорил, когда Воллер только появилась. Вечер воспоминаний закончен. Потому что нам надо вернуться к работе. Значит так, да? Ну ладно. Не жди от меня еще одной оливковой ветви. Так-с, пошли искать дальше. Бэтмен, я кое-что нашла. Это слабый сигнал. Так, ну посмотрим следы яда сканировать. А, это же не то, что она нашла. Дрон. Яд Бэйна. Его костюм порвался, обрывки повсюду. Это полезно? Нет. Найди Джокера, это не поможет. Я настрою дрон так, чтобы он игнорировал их при поиске. Так, подожди, она что-то где-то там нашла, по-моему. Вот эту вот штуку. Сломанный Джокер ранг, но там был с другой частью. Кажется, его раздавили. А это отпечаток ноги? Но это же вольфрамовая сталь, его не сломаешь, просто наступив. Бэйн большой мальчик. Искусная работа. И украшена серебром. Он стал тем еще позером. Может, у них были мастер-классы в Архиме? Нет, не было. Кто-то это, видимо, сделал для него. Так, а где эта приблудка-то валяется? Нож. Контроллер. Что такое у нас? Бракованный снаряд. Подожди, она же... Дрон же нашел какую-то хреновину. Мы же видели там. Ладно, давай все подряд. Дымовая шашка Джокера. Нитрат калия и тростниковый сахар. Любительская работа и неряшливая. Вольфрамовая сталь со специальной серебряной фильгранью. Джокер ранг. Че за херня? Его снаряжение сделано разными людьми. Так, окей. Так, контроллер от ошейника. Это, видимо, оно, наверное, да?
Нет, контроллер от шоковых ошейников, который Уоллер надевал на них. Поврежденный. Можешь изолировать сигнал от этого устройства? Конечно, но зачем? Я видел, на что способны такие ошейники. Это может пригодиться в будущем. Так, след от взрыва. Груда металлолома. Ничего примечательного. Так, вон там наверху есть след от взрыва, да, посмотрим. Электрические ожоги. От пистолетов агентства? Ну да, они палили во все. Что там у нас? Нож. Нож Джокера. Должно быть, он обронил его, когда бросился на Бэйна. Кровь Бэйна не приведет нас к Джокеру. Так, лестница использовать. А где дрон нашел какую-то хрень, я тут видел? Она же летала, 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 и там еще лампочки какие-то горели. Сейчас быстро еще раз обежим. И тогда уже имеет смысл подниматься на второй этаж. Видишь, только лестница нам доступна. Там что-то есть, по-моему. Так, погнали на лестницу тогда. Что-то Бэтмен заблудился. Такс, плакат. Добро пожаловать, свиньи из агентства. А я-то думал, это наше прозвище. Не уверен, что загадочнику понравилось бы такое переоформление. У этого Джокера совсем поехала крыша. Я слышал, все началось с убийства загадочника. Он винит в этом Уоллер, хотя я бы не удивился. Убийство загадочника? Серьезно? Но, может быть, вопрос времени, когда у него сорвет базу. Так. А ну, иди сюда. Четенько. Подпись создателя. WD. Вилли Дивер, помощник Джокера. Его убил Бэйн. Что у нас на него есть? Токарь по специальности. У него сложная история трудоустройства. Его уволили чуть не с каждой фабрики или химического завода в Готэме. Проблемы с алкоголем, очевидно. Химические заводы. Дайте-ка я проверю, не найдется ли производитель краски среди бывших работодателей. Ace Chemical. Их основной завод закрыли в прошлом году после того, как город подал на них в суд за многочисленные нарушения стандартов безопасности из-за краски. Завод стоит заброшенным с тех пор. Отличное укрытие. Мы нашли его. Так. Что у нас тут? Летучая мышь и ходячие усы вторглись на мое место преступления. Ты сбежала. Ты ничего не понял, малыш Бетти. Я здесь от имени агентства. Боже милостивый. Именно так. Я теперь на стороне хороших ребят. Так что отдайте мне все, что вы нашли, пока я не выбила эти блестящие беленькие зубы. Во имя закона. Бэтмен, у нас нет времени болтать с этой шлюхой. Я не собираюсь тебе подчиняться. Я не собираюсь слушать тебя и твоих приказов, Квин. Отойди в сторону. Давай я тебе покажу, как мы теперь делаем дела, Бетти. Агент Квин, огонь на подавление. Хреново! Хреново, я бы сказал дважды. Эти шпики убеждены, что могут спасти их директора от большого злого Джокера. Они сделают для меня что угодно. И все, что вам нужно сделать, это сказать мне, куда Джон ее забрал. Тогда я вернусь к своей работе. Найдем его вместе, когда черти вот... Когда черти... Он тебя уже забыл. Бедный мальчик связался с плохой компанией. У тебя больше нет над ним власти, Харли. Он тебя уже забыл. Он меня забыл? Ой, я тебя умоляю. А я-то думала, с вами сработает дипломатический подход. Ладно, попробуем говорить на понятном вам языке. Мне нужно... Полицейские не стреляют в людей просто так. Я не при исполнении, дура.
Я не ваша мишень, идиоты. Да. Агент на линии огня, не стрелять. Блин. Я могу взломать эти ошейники просто на раз-два. Ни хреново. Ах, у нас раны же, ёб твою налево. Какого хрена ты творишь, Харли? Ах ты, сукин сын. Монтойя. Так точно, сэр. Получила? Вот, получи. Все, все нормально. И что вы хотите этим добиться? Отправить тебя в Блэкгейт, где тебе самое место. Да брось, агентство не оставит меня сидеть в камере. Я незаменима. Я получу то, что мне нужно, и ты ни черта не сможешь с этим сделать. Ты меня пальцем не тронешь, Бэтс. Ты думаешь, что ты здесь главная? Остаток своей жизни ты проведешь на поводке у агентства. Нет, совсем не так. Я работаю на своих условиях, не на чьих-то еще. Скажи это Уоллер, когда она вернется. Найди Джокера, пока он не покрошил Уоллер на кусочки. Я разберусь с этим безобразием. Пусть твои люди останутся в укрытии, пока я их не позову. Жизнь Уоллер зависит от того, насколько незаметно мы будем действовать. Бэтмен, хорошей охоты. Вот и Харли поймали. Это только начало. Стоят возле горящей машины, что-то обсуждают. Либо греются, я не знаю. Фух, мы с вами движемся далее. Ace Chemical 552. Злостное место. Я как будто в замок Дракулы еду. Серьезно, с виду так. Я повидал много ужасных людей с тех пор, как покинул Архем. Но таких, как вы хуже всех. Вы получите то, что заслуживаете. Чего заслуживаю? Я заслуживаю хотя бы уважения. Мне приходилось иметь дело с людьми вроде вас. Психопатами, привлекающими к себе внимание. В том вашем союзе. Нет, я лучше, чем они. Бэйн, Фриз, даже Харли. Они все делали неправильно, у них и не было принципов. Я не такой, как они. Не, в отличие от них, вы считаете себя смешным. О, я такой. Вот увидите. Мы еле ходим, у нас раны, у нас сломаны два ребра, у нас куча отверстий. Вижу Джокера и Уоллер, похоже, что у них там весело все. Без грязной работы не обойтись. Скажи, если понадобится помощь. Спасибо. Брюс, я знаю, что у вас с Уоллер есть разногласия, но такого она не заслужила. Так, ладно, заходим. Да начнется адское веселье. Я беру полную ответственность. Громче, чтобы на записи было слышно. Что-то вы долго. Бэтмен. Слава богу. То есть я так и думал, что ты будешь в порядке. Ты же Бэтмен, в конце концов. Ну все же. Ты в порядке, дружище? Ты чуть не убил меня, когда взорвал ту крышу. Извини за это. Меня просто немножко занесло. Как бы ты же продал меня нашему злейшему врагу? Это меня расстроило. Но мы с тобой снова сможем поладить, я уверен. Я так близко. К тому, чтобы заставить Уоллер сознаться во всех ужасах, которые натворила. Когда с этим будет покончено, я применю к ней наказание. Уоллер порочно, но это не зло. Ко мне, чудовище, тюремный срок для вас. Возможно, Уоллер избрала неверную тактику, но она пытается спасать жизни. Ты явно пьешь какое-то мощное зелье, Уоллер. Знаешь, я не понимаю, почему ты не очень заинтересован. Подумать, через что тебе пришлось за нее пройти. Для нее все просто расходный материал, даже собственные агенты. Я признаю, что совершал ошибки. Стараешься поступать правильно, но всему есть цена. Просто спросите своего приятеля Бэтмена, он скажет то же самое. Вы заботились только о себе, не изображайте невинность.
Не играйте в невинность. Я играю, чтобы побеждать. Когда я проигрываю, гибнут хорошие люди. Ты абсолютно прав, она паршивка. Продолжим наше представление. Мы слышали ваши оправдания. Вы не хотели, чтобы пострадали люди, сопутствующие потери, т.д. и т.п. Но одно преступление никак не оправдать. Вы убили загадочника. Затем пытались повесить это на меня. Я его не убивала, я же сказала уже. Это сделали вы! Вы убили загадочника! Скажите это! Не скажу. Если я чему-то и научился, наблюдая за вами, так это тому, что насилие решает множество проблем. Метнуть батаранг? Ёп! Твою мать! Черт возьми, Бэтмен, не стой у меня на пути! Нужно тебя отвлечь. Пока я получу признание. Плохо дело. Босс так о тебе говорил. Что я думал, ты будешь крупнее. Да ладно, ты что издеваешься? Колено я... Давай колено. Все, пока. Чувачок с дредами. Полетели. Нас ждут великие дела, Бэтмен. Дернешься, она умрет. Я очень-очень стараюсь сделать все, как ты. Я хочу перерезать ей глотку прямо здесь и прямо сейчас. Я так не делаю. Серьезно, именно сегодня ты так не делаешь, да? Ты ведь говоришь это, пытаясь меня запутать. Точно так же, как Уоллер. Она оправдывается и преступление, говорит, что они ради высшего блага. Как и ты. Вы оба используете слово «правосудие» как оправдание. Так вы можете делать все, что хотите. Я-то думал, что ты и я одного поля ягоды. Но оказывается, что я был неправ. Я правосудие. То, что я делаю, не позволяет Готэму снова стать тем болотом, каким он был раньше. Я отдал все ради защиты этого сраного города. Приедем о величии, да, Бэтмен? Вот еще одно, что у вас общего с Уоллер. Пытаться поступать так, как ты, было ошибкой. Уоллер убила загадочника. А потом заслуживает смерти. Это был не Уоллер. Тиффани, что ты здесь делаешь? Я не могу позволить, чтобы кто-то расплачивался за мои преступления. Уоллер не убивала загадочника. Я это сделала. Я знаю, что это было неправильно. Теперь знаю. Боже, вы надо мной издеваетесь! И этих людей ты хочешь защитить! Мне стоит убить их обеих! Здесь все виноваты! Просто шутка какая-то. Не впутывай их в это, Джокер. Это только между нами. Скажи это вон тому, кто будет тебя пока отвлекать. Я использовала дрон. И это. Вот ваше доказательство. Вы хотите пожертвовать собой ради Уоллер? Тогда вперед! Ёпту. Ни хрена, держись. Давай. Вставай, Бэтс! И ты ничем не отличаешься. Чуть в кислоту не упал, ни хрена. Жесть какая, господи. Да ты задрал меня уже. Как можно все время ускальзывать из наших лап? Вот так вот. Он подстрелен. Держите руки так, чтобы мы их видели. О, боже. После всего, через что мы с тобой прошли, вот так все и кончится. Это путь ты выбрал сам, Джокер. Ничего винить в этом других, да? Я верил в тебя, Бэтмен.
Верил так, как никогда и ни во что. А все оказалось ложью. Ёпту. Боже. Господи. Господи, мать твою. Джон. Я Джокер. Твою мать! Как он может... Как он успел отбить, скажи мне? Хрена? Прям дуэль какая-то у нас тут. Сколько у него этих хреновин? О, боже. Я же говорил вам, что Джокер псих. Он просто ёбнутый, бля. Хватит. Полетели, полетели. Японский, блядь, ты что делаешь? Охренеть. Охренеть можно. Это, наверное, самый топовый эпизод из всех, которые... Ребята прям вот выжили, постарались на славу. Ну вырубишь ты его нахрен уже. Охренеть. А Бэтмену уж сложно драться в полную, блядь, полную силу. У нас и так переломы, ранения, мы на арматуру упали. Вообще удивительно, обычный человек бы уже давно бы лежал бы, наверное, в кровати и лечился. А это жесть какая-то. Я был таким идиотом. Я с таким увлечением следил за тобой. Восхищался тобой. Хотел быть похожим на тебя. Хотел твоего одобрения. Я утратил себя. Но больше этому не бывать. А? Твою мать, а? Быстрее. Давай, давай, бей его. Ты бессмертный, что ли, блядь? О, боже. Господи, что это было? Ни хрена. Я буду просто молчать, потому что говорить нет смысла ничего. Он его шоком. Он нас шоком. Ёб твою мать. Сломай ему уже блядскую руку и все. Господи, удар головой. Разряд тока давай. О, господи. Это просто пиздец. Мы еле стоим, у нас столько ран здесь, я говорю, это просто нереал какой-то. Ну вот, и все. Кажется. Я правда хотел быть героем, веришь? Но я просто не могу. Я знаю, что ты меня использовал. Я знаю, что должен тебя ненавидеть за это. Но я не могу, потому что мне было так весело с тобой, Брюс. Ты когда-нибудь считал меня своим другом? Вообще-то да. То есть, если сейчас будет... Да, считал. Настоящим другом. Конечно. Конечно, ты был моим другом. Странный ты все же, типок.
Джокер этого никогда не забудет. Жесть какая. Ты хочешь сказать, что это конец? Или это еще не конец? Вообще непонятно. То есть, как бы так заканчивать было бы неправильно, наверное. Господи, где мы? Что это за место? Похоже на какую-то больничку или это машина скорой помощи? Что это? Я думал, что вы бросили. А, это не мои. Думаю, что обстоятельства оправдывают. Гордон рассказал, как вы меня нашли. Похоже на первоклассную детективную работу. Мы действовали сообща. Основную работу сделал Бэтмен. Нелегко это говорить, но похоже, что вы спасли мне жизнь. Полагаю, что теперь я у вас в долгу. Это то, чем я занимаюсь. Я спасаю людей. Очень жаль, что мы не смогли спасти больше. Мне предстоит сделать множество неприятных звонков. Джим, не оставите нас на минуту наедине? У нас с Бэтменом осталось незаконченное дело. Проверю, что там с перевозкой Джокера. Нужно убедиться, что они ничего не сделали. Постарайтесь не оторвать друг другу голову, ладно? Плохих наручниках, и мы все же можем жить дружно. Вам не нужно беспокоиться. Патовая ситуация на крыше никак не разрешилась. Я отзываю своих людей из Готэма немедленно. Так почему мы до сих пор разговариваем? Тиффани Фокс. Смерть загадочника могла вызвать множество проблем, но я не заставлю ее заплатить за это. Оставлю это тому, кто не выносит убийства. Я знаю, вы считаете меня чудовищем, но я прошу понять. Я не хотела, я не предвидела, что случится такое. Я потеряла контроль над миссией. Я знаю, это то, что вы чувствуете. Мне знакомо. Да уж, вы посмотрите. В какие-то веки мы друг друга понимаем. Я здесь только ради того, чтобы задержать членов этого союза. Быстро и просто. Если бы загадочник привел вас к Санктусу, это было бы приятней. Послушайте. Все, что я сделала и делаю ради высшего блага. Чтобы защитить Готэм, чтобы отстоять закон. Что бы вы там вами ни двигало, вы зашли слишком далеко. Вы обострили конфликт на мосту, из-за вас погибли люди. А преследовать меня? Да о чем вы вообще думали? Вы встали на сторону того маньяка. Что я должна была сделать, наградить вас медалью, мать вашу? Вы строите из себя такого возвышенного и могущего. А вечером вы просто богатей со всякими игрушками, что избавит всех психов. Я разбираюсь с преступниками, кто угрожает моему городу. Вы настолько самодовольны, что просто не видите правды. Вы такой же чокнутый, как и любой из них. А Веста раскусила вас, как только вошла в ваш офис. Она начала прослушивать ваших приятелей. Только как я могу поймать? Убирайтесь из Готэма, пока еще можете. Живо! Все в порядке? Мы здесь закончили. Дайте сигнал к отходу. Охренеть. Я по ней скучать не буду, это точно. Итак, вот что мы имеем снова. Готэм в безопасности благодаря тебе. Не стану врать, мне понравилось пачкать руки. Как в старые добрые времена. Дело в том, что после увольнения я потерял свое место в жизни. Превратился в старика в штатском, пробирающимся на места преступлений. Мы должны работать вместе, Джим. Раскрывать дела, бросать за решетку мерзавцев, терроризирующих город. Я удивлен. Раньше ты не слишком хотел слушать мои извинения. Я думаю, что нашим отношениям конец. Рад, что ошибался. А, мне нужно ответить. Жена, наверное, видела новости. Увидимся, Бэтмен. Не пропадай.
Вот такие вот дела у нас. Кабинет мэра, 8 часов 15 минут утра. Так. Ну, это Тиффани, это мы уже поняли. И, видимо, та капсулка, которую он показывал, это тот самый яд, который убил этого загадочника. А загадочник убил ее отца. Ну, типа, складывается цепочка. Тиффани. Нам нужно поговорить. Да, я догадалась. Ты ранена. Ерунда. Я видела, как тебе доставалось гораздо сильнее. Джокер собирался разрезать Уоллера от уха до уха. Мне нужно было чем-то его отвлечь. Да уж, действительно отвлекла. Мое признание. Оно застало тебя врасплох, да? Я просто не могла больше держать это в себе. Ты знаешь, что я не прощаю убийств. Даже такой мрази, как загадочник. Я с ужасом ждала этого момента, особенно с тех пор, как узнала, кто ты под маской. Я боялась того, что будет, когда ты узнаешь. Наверное, я надеялась, что этого никогда не случится. Почему ты раньше не поговорила со мной? Я хотела работать с тобой, быть частью твоей миссии. Но ты скрывала это от меня. Убийство. Я знаю, мне жаль. Я знала, что это все испортит. Ты была права. Загадочник разрушил мою семью, Брюс. Моя мать не выходила из дома после похорон. А Люк, он просто постоянно на грани. Смерть моего отца сломала их. Она сломала всех нас. Я не стану просить прощения, но надеюсь, ты поймешь, почему я должна была это сделать. Я чувствовала себя совершенно беспомощной. Вся моя жизнь рушилась вокруг меня. Пожалуйста, скажи мне, месть импульсивна. Ее надо сдерживать. Я не могу оправдать убийство, но я тебя понимаю. Спасибо. Это много для меня значит. Я бы не вынесла, если бы ты меня перерезал. А, презирал, извиняюсь. Так что же мы будем делать дальше? Полагаю, теперь я попадаю в список тех, за кем ты охотишься. Тебе нужно предстать перед правосудием, тебе нужен наставник. Если хочешь идти по стопам своего отца, тебе нужно отличать правильное от неправильного. Кто-то должен учить тебя. Ты дашь мне еще один шанс? Считай это скорее приговором. Тебе придется много работать, чтобы искупить свою вину. Это так мило. Я обещаю, что не подведу тебя. Тогда приступим. Ее можно понять. Ее можно понять. Джокера понять, наверное, нельзя. С его поступками. Хотя он подавал надежды хорошего парня. Но мы же знаем, кто такой Джокер. Отличный дрон. Интересно, DJI делают уже подобный? Так взлетел, блядь, с крыши какого-нибудь пентхауса и полетел на работу. И машины не надо. И все нормально. Особняк Уэйнов, 1746. Что происходит у нас тут? Я собирался оставить записку, но я не трус. По крайней мере, я не хочу им быть. Больше нет. Что ж, это не в первый раз, когда ищу храбрость у виски. Храбрость для чего? Попрощаться. Просто возьми отпуск, ты не можешь оставить меня. Пришло время мне отправиться на поиски лучших пастбищ. Ты не можешь оставить меня, Альфред? Я знаю, что тебе пришлось тяжело.
Брюс, пожалуйста, не пытайтесь меня удержать. Я уже принял решение. Ваши протесты никак не облегчают положение. Но почему? Это наша война. Она уже не такая, какой была в самом начале. У меня больше не хватает на все это решимости. Я больше не могу назвать ничего важного, по крайней мере для себя. Тогда станете просто дворецким? Брось, Альфред. Ты же знаешь, я не смогу продолжать делать то, что мы делали без твоей помощи. Может быть, вам и не нужно это делать. Наша миссия была совершенно прозрачной. Ловить преступников, отправлять их за решетку. Но теперь ничего уже не назовешь прозрачным, по крайней мере для меня. Теперь все стало серым. Серым? Говори со мной, Альфред. Мы использовали Джона Доу, воспользовались его дружбой, чтобы вы проникли в Союз. Мы воспользовались человеком, которого вы встретили в психбольнице ради всего святого. Человеку, у которого... Он сработал, наш план, ведь так? Можно и так сказать. Вы поддерживали Джона Доу, держали его при себе, когда надо было оттолкнуть. Это сделало его гораздо опаснее, чем он был раньше. К чему ты клонишь? Иногда кажется, что Бэтмен создает зло, которое должен уничтожать. Несмотря на все наши добрые намерения, я боюсь, мы только делаем все хуже. Это ужасная мысль, я знаю. Я не закрываю глаза на вред, который причиняю, как и на хаос, который царит годами. Но я должен верить в то, что хорошее перевешивает плохое. Я думал, ты тоже так считаешь. Больше нет. Каждый день, кто связывается с нами, страдает. Люциус погиб, у Тиффани кровь на руках. Я по глупости своей думал, что ее участие поможет нам, что ее энтузиазм напомнит нам о том, как все было поначалу. Мы приносим боль в жизнь людей. Друзья, коллеги, невинные люди. Думаешь, я этого хочу? Мы можем решить проблему, Ал, но только если не будем от нее убегать. Если только проблема не в нас самих. Может быть, единственное решение — оставить все это позади. Одно я точно знаю. У меня перестали дрожать руки. Это прекрасная новость, Ал. Дрожь прекратилась сразу после того, как я принял решение уйти. Я думал, что она появилась после того, как меня похитила леди Архем. Как травма, но я ошибался. Та беспомощность, которую я испытывал, ее вызывало то, что я видел в вас. Дрожь в руках, упадок сил. Альфред, я... Мне так жаль. Я причинил тебе столько боли. Нет, не поймите меня неправильно, Брюс. Позвольте объяснить. Вашим отцом владела навязчивая идея, жажда все контролировать. Он, сломя голову, устремился во тьму, считая себя непобедимым, забыв о цене. Как и вы. Нет, не как я. Я прогоняю тьму прочь. И все же история повторяется. В каждом днем я все в этом меньше сомневаюсь. Ладно, может быть, во мне больше от моего отца, что мне хотелось бы, но наши пути различны. Разве вы не видите? Может, вы и идете разными путями, но закончите вы одинаково. Лицом вниз в каком-нибудь переулке, богом забытом уголочке Готэма, застреленным преступником в темноте. Я не стану этому свидетелем. Я не буду вас хоронить, мистер Брюс. Я ничего не делал, пока Томас разрушал себя и все, что ему дорого. Я позволял ему, как потом позволял вам. Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как в тот момент. Я хотел, чтобы для тебя все было иначе, мой мальчик. Вы заслуживали лучшей жизни, чем та, что я вам дал. Я подвел вас. Я прошу прощения за это. Мы подвели друг друга, Альфред. Моя одержимость, мои бесконечные попытки покончить с преступностью. Я должен был видеть, какой вред это причиняет тебе. Отец заботится о своем сыне, Брюс, служит ему проводником в мире. Не наоборот. Что ж, я... Не хочется опаздывать на самолет. После аэропорта всегда пробки.
Вы не обязаны этим заниматься, Брюс. В мире есть другие способы делать добро. Но вы вложили все в свой кровавый крестовый поход. Я слишком хорошо вас знаю, чтобы надеяться на то, что вы изменились. Как же мы будем без Альфреда? Он был с нами все. Отказаться от Бэтмена, отказаться от Альфреда. Отказаться от Бэтмена или отказаться от Альфреда? Отказаться от Альфреда. Но Готэму нужен защитник. Давайте от Бэтмена попробуем. Альфред, подожди. Ты останешься, если я обещаю, что все будет иначе. По силам ли вам сдерживать это обещание? Как ты и сказал, есть много способов. Уверен, в этом городе найдется применение моему таланту и моим возможностям. Вы уверены в этом? Я сделаю все, чтобы сохранить нашу семью, Ал, даже это. Пожалуйста, скажи мне, что ты останешься. Может, еще на одну ночь. Но ведь Готэм не может без Бэтмена. Или может? Пишите об этом в комментариях. Как бы вы поступили? Оставили бы Альфреда или оставили бы Бэтмена? Эпизод 5. Кто смеется последним? Ну что, друзья, один из самых сильных эпизодов, заключительный во втором сезоне. Он охрененный. Он реально кайфовый, классный. Он сильный, он переживательный. И есть юмор, и есть боль, драма, страдания. Тут все намешано вместе. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Пишите в комментариях, что вы думаете касательно продолжения. Будет ли оно. О выборах, которые я делал, также не забывайте писать в комментах. С вами был Брэнд. Всего вам хорошего, не скучайте. Пока-пока. Лечебница Архем. 2 часа 18 минут. Джону Доу, посетитель. Брюс! Бэтмен, враг внутри.